Друзья, всем добрый день. Мы на канале День Федора из Германии. Сегодня у нас пятница. Погода нас опять очень радует. Опять идут дожди. Вчера еще мы работали на огороде. Было солнечно, тепло. А сейчас опять с утра зарядил дождь. И это обязательно целый день. Потому что после обеда уже намечается гроза. Молния нарисована. Так что такие у нас дела. Мы с Цезарем вышли на прогулку. У нас прогулки в любой день, в любую погоду, всегда. Это у нас, так сказать, строго по закону. Даже если время подходит, он уже тут как тут. Не дает лишнее время посидеть. Так что вот так. Вот здесь речка за деревьями протекает. Воды полно. Вчера мы еще работали на огороде. Было тепло, солнечно. Сегодня еще подкупили вот такой вот лук пырей. Ну, такой дохлый. Ну, не такой дохлый, как вчера, да. Он немножко покрупнее, постабильней. Вот. Кошка пришла. Сейчас у нее опять сколько вытащили? Штуки 4. Вытащили клеща. Где она их ловит постоянно. Чего хочешь? Булечку? Посадил я этот лук. Лаух. Или лук-порей. Посмотрим, что из него будет. Но я думаю, что этот по сравнению со вчерашним намного лучше. Этот вот. А вчерашний был вот такой вот. Ой, дохленькие, маленькие. А ты чё пришла? А? Чё пришла? Хулиганка. Ходишь по грядкам, докопаешь здесь. А? Положил ей еду. Кошачью баночку. Пусть кушает. Что-то остальные кошки не приходят. Не знаю, где они обосновались. Но это такая верная самая. Приходит всегда. Только чтобы поластиться. Да, Мурка? Кушай. Дядя Петр обещал же вчера всем, что будет сегодня стричь. Вот, выполняет свое обещание. Полянку красивую. Дай. Ну да, красивую полянку мою портит. Цветочную. Эти две вишенки цветут хорошо так. Что-то солнышко что ли уходит. Ветерочек немножко. Прохладненький подуло. Так жарко было, тепло. Mm-hmm.
Была полянка цветочная, и нету ее. Скосил я ее, как вам и обещал. Конечно, вам это все равно, но меня этого одуванчики не устраивали. Они так разлетаются, потом будет поляна эта желтая, как я сегодня показывал, шорт выкладывал. Вот эти грядки скопал, готовые. Теперь можно сюда сажать. Сюда вот три грядки такие. Посадить у меня еще много кое-чего надо. Только вот не знаю, куда втыкать. Еще морковка, свекла, еще горох. Еще у меня лук есть, еще надо где-то место для огурцов. Ва-ва-ва. Ты здесь спала между малинами? Ты, Мурка, клещей ловишь, ходишь? Я говорю, выходит, клещей ловит, наверное. Вы клещей ловите? Да, киса. Мадам. Киса. Ой, валяется. Кому хорошо, да, на солнышке валяться. Цезаря нету, никто не гоняет. Скопали грядки, посадили. Лук парей и скосил траву еще. Неудобно и зонтик держать, и собаку вести, и камеру держать. Получается не очень-то хорошо. Подошли к мосту. Вот такая у нас в речке вода. Она, правда, чистая, не мутная. Так что уровень воды намного не поднялся. Да, дожди еще. Вчера хорошая погода была, сегодня пошел дождь. Цезарь не хочет на это поле идти. Мокрая, трава мокрая. Пошел назад. Сегодняшнее видео вместе со вчерашним смонтирую. Сколько будет, только выложу в интернет. И на этом я буду с вами прощаться. Я вам желаю всем добра, здоровья, удачи.
мира во всем мире. Если вам понравилось, ставьте класс, подписывайтесь. А с вами я прощаюсь. До свидания. Пока-пока.